Если есть IQ, оно и здесь появится, думаю. Пацан, лафа кончилась. Я играл в шахматы, там тоже... Не, ну тут не шахматы. Рука была у меня в зубах просто. Давай, брат, болею за тебя, ты лучше. Черешеньки. Всем привет, друзья, с вами Саша. Это второй сезон Ботана. Надеюсь, он вам понравится, потому что я стараюсь. Батя, я стараюсь. Вот такой у нас разговор. Обязательно перед просмотром поставьте лайк и убедитесь, что вы подписаны на канал. Погнал на баскетбольную площадку я. Вы играете? Ребята, вы вместе пришли? Можно с вами поиграть? У вас три человека, 2-2 бы было не против. Так 3-3, да, как раз же. Или нет? Ну, я могу пасы подавать, просто мне интересен сам баскетбол, я его изучаю в плане физики. Можно я разомнусь? Я играл до этого вообще? Я играл в шахматы, там тоже... Не, ну тут не шахматы. Не, ну там тоже нужно думать головой, как и здесь, я считаю. По какому принципу делать? Вот перший попав, він іде направо, другий попав, він іде наліво. Третій попав, іде на... Сложно. Хто з ким? Ну до того не грав особо, так як должно бути. Ну я попав теж в дірку. Трішки не та. А трішка недалековато стоїть? Нормально. Больше 8 метров. Я не знаю, сколько должно быть, на самом деле. Не, ну посмотрим, посмотрим. Ну давай, сыграем, посмотрим. Если есть IQ, оно и здесь появится, я думаю. А ну? Делимся. Я с кем? Я самое слабое звено. Короче, я с Никитой. Бери его, я закрою левую сторону. Хорошо, справляюсь. Может быть, ты будешь этого крыть, но он все-таки высокий, не знаю. Этого. Сразу пошло уважение. Да ё-моё. Оу. Прошёл. Давай. Шуточки не помогают. Ладно, попробуем по-другому рассчитаться. Скорость ветра. А, ноги неправильно поставил, ноги. Ваку болит? Не, у меня есть таблетки, если что. Ну какой фу, просто у меня рука была. Рука была у меня в зубах просто. Да ё-моё. Дай ему фору. Дать ему фору? Конечно. Фор — это магазин. Ты выглядишь как модель Хьюго Босс. Ну да. Ну похож. Не только из-за того, что футболка, из-за того, что... Ну похож. Ну, все, уничтожил. Отправил к праотцам. Будешь это делать или нет? Так я ж... Да понял, как защищаться? Нужно просто стоять ровненько, вот так вот и защищаться. Только через дверь. Воу. Не отклоняйся, и ты попадешь. Просто потерял баланс. И локоточек не 90 градусов был. Оу. О, бляха. Опять что-то у вас попало. Еще раз. Еще раз? Да, давай. Я думаю, нужно очки поправить. Хорошо сыграли. Против себя же. Давай, брат, болею за тебя, ты лучший вообще. Понятно. Пацан, лафа кончилась. Понял. То, что мы первую игру проиграли, это ничего не значит. Это значит. Может, передачку все-таки будет? Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost the snapping. I bet on me and my team. I is always one rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team.
Кольцо не там стоит, где надо, мне кажется. Перезарядка. Бросок. Выпрыгивай выше. Используй ноги. Ты сможешь убежать. Было слишком легко. Выходи. Спасибо. Сейчас я, наверное, рассчитал формулу. Ну, будь НЛО. Так жестко. За руку, честно. Так зачем за руку ты хотел? Ты за руку и дернул. Так быстро. Партия? Партия? 28, да. 5 минут. 3 на 3. Саша. Ваня. Приятно. Классная сережка. Да, ты да. Пират? Конечно. Серега пират. О! Кусают акулы из-под тишка. О, ты какой! О! Из-под тишка, только мягенький заслон, да? Ой, ой-ой. Он никакой вообще был. О, комбинация. Раньше такая группа была музыкальная. Не слышал? Нет. Я тоже не особо слушал. Мне бы такие шорты, я бы тоже нормально бы... О, ё-моё. Сегодня. Я после сон только же такая была собой. Вспомнил, как зажимать L2 и кружочек просто. Это, наверное, только в очках-то глаза потеют, когда на спорт выходишь. Ладно, надо поменять план. Смотри, давай, смотри, у меня есть одна формула. Включив ноги, можно получить феноменальные результаты в прыжке. На приколе? Не, я серьезно. Какие формулы? Мне кажется, все-таки в теории возможно. Давай попробуем. Я же говорю, в шахматы, профессионально. Всегда брал первое место в области, слишком легко. О, да что ж такое, сегодня мой счастливый день. Да ё-моё. Фух, комбинация. Да? Спасибо. Спасибо. Путбэк. Признавайся, ты кто? Я? Да. Здесь в университете работаю недалеко. Там пару кварталов и универ. О, здесь никто не кроет, да? Как бы сразу. Не ожидал. Спасибо, пацаны. Пожалуйста. Вы тут собираетесь, да, часто? Может, что, все, мы выиграли? Может, ты
позабьешь, пацаны, может, ты через меня можешь забить. Да. Через вас собой? Можно попробовать. Сейчас вылетит птичка. Забил? Было? Забил? Да. Вот сюда, да. Константа. Плюс те сталые. Спасибо. Я просто не местный. Я тоже. Откуда? С Киева. Я ты? Я с Донбасса. А своего учителя такая? А ты вообще крылья? Да, там надо просто учитывать одну сталую и константу. Все, вы играйте, а то я немножко устал от этих всех вычислений. Так приходи там, когда. Окей, хорошо, спасибо. Ага, ну далековато ездить так на тренировки каждый раз. Я живу в этом доме. А, я понял, да, каждый раз с Донбасса сюда, чисто площадка понравилась, знаешь. Ребята, огромное спасибо, что досмотрели это крутое видео. Это только начало второго сезона. Собираем 20 тысяч лайков, я выпускаю продолжение. С вами был Саня. Увидимся в новых крутых видосах. Пока. Я погнал. Поехали. Знаешь, у нас еще есть шансы все. Шнурки, шнурки. Шнурки. Это опасно. Должна же остаться какая-то загадка. То есть уже не в женщине должна оставаться загадка? Ну, в тебе, то, чтобы моя загадка в тебе осталась. Чтобы твоя загадка во мне осталась.